В преддверии празднования Дня первого президента Казахстана молодые активисты, обучающиеся в университетах Дубай и Абу-Даби, организовали грандиозное событие для своих ровесников. При поддержке посольства Казахстана в Эмиратах, Генерального консульства Республики в Дубае и Австралийского университета Воллонгонга молодежь из разных стран получила возможность узнать биографию нашего президента, изучить его жизненный путь, а также познакомиться с казахской культурой и традициями. Особым сюрпризом для собравшейся публики стал фолклорный ансамбль Казахского национального университета искусств, специально приглашенный из Астаны комитетом по делам молодежи и развития общества Министерства культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Пользуясь случаем, студенты поделились своим мнением о послании главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Нурлы жол путь в будущее». От лица университета Воллонгонга в Дубае я бы хотел поздравить весь народ Казахстана, а также самого президента Нурсултана Назарбаева с вашим национальным праздником, Днем первого президента. Пусть Казахстан процветает и радует весь мир своими успехами. Мы знаем вашу страну, слышим хорошие новости и находимся в тесном сотрудничестве. К слову, в нашем университете обучается свыше 250 студентов из Казахстана, и мы надеемся, что эта цифра будет увеличиваться. Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев давал послание народу Казахстана. Одним из главных упоров был сделан на тему развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест. Меня, как студента и представителя младшего поколения и будущего профессионала, не может не радовать этот факт.